Так. Друзья, приветик, продолжаем. Друзья, приветик, мы продолжаем игру Индиго Пак. Тьма открыли. И вот, дверь, и теперь мы загружаем. Да. Как мы обещали. И смотрите, друзья, куда мы попали. Такой павильон, красивый павильончик. А смотри, мы оттуда вы зашли. Да, здесь мы зашли, друзья. А что мы закрыли? Ты слышишь? Это не ног. А, не ног. Just take it up at Molly's landing pad. Все. И что он там сказал? Продолжаем. Индиго Парк. Да, продолжаем Индиго Парк. Кстати, понятно, что он сказал. Кстати, там были буквы. А это где что буквы? Такое? А, нет, уже нет. Это когда он говорит. А это что такое? А, это она! Это птица, это старшая. Вау, друзья, смотрите, старшая. Как красиво. Ой, здесь а что она поцарапанная, некрасивая? Ну, разве того, что уже давно краска облезла. Так. Да, она уже все отпало. Был такой. Смотри, упал был красивый поход. Давай попробуем здесь. А, ну, вот так, летали раньше детки на нем, да? А это тоже, наверное, искал Сири. Так. Вот такая вот у нас птица будет. Так. Видишь, что-то подозрительное? Ух ты, давай сыграем. Ух ты, друзья, раньше были такие автоматы, можно было играть. Давайте сыграем. Давай. Все, ребят, смотрите, мы сидим за компьютером. Ну что, я ее сыграю? О, открывай за ягодкой, надо за ягодкой выглядеть. За ягодкой. Видишь, что за ягодкой? Я не прошел, упал. Сюда сильно расслабился. Нам интересно это. Интересно, надо все собрать? Все. Прям все. Да. Ой, вот там ягодка, да, а тут у нас все соберется. А тут все ничего. О, все. О, мы его забили. Ой, птица А если мы не все возьмем? Да я думаю, что это будет. А мы не все возьмем. Да просто не хуй, Саш. Повредиться. Сейчас мы выстрелим. Пообщаемся, она нас предупреждает. Ну, давай будем переводить. Так, смотрите. Здесь, получается, можно заразиться, если кто-то вирус идет, который можно и голограммы ставить, и пиксель оставить. Здесь
надо очень осторожно. Говорю, будь осторожен, а видишь, заразилась, писано все. Ты вот такая самая голубастая, Лео. Сухой, да, тебе глаза не сухой, да. Друзья, я так понимаю, мы прошли эту игру. Так, а теперь нам надо, скорее всего, найти ключ. Давай посмотрим. А возьми ягодку, там я же есть ягодок, надо его забрать. А-а-а. Супер. Я наш ключ и есть. Так, друзья, подсказывайте, пишите в комментариях, куда нам идти. Так. А это дверь, да? Да, по-моему, все туда надо. Ну, а проверим. Не. А, не туда. Чего, значит, надо в какую-то сторону. А, нам сюда надо. Ну, пошли наверх. Как я не задумалась. Так, все темно, друзья, аж страшно становится, да? Да, и мне уже. Ага. Ну, так, смотри, сыкоса, что мы в темноте, и с фонариком не ходишь, и тут не знаешь, что все произойдет. И кайфуешь тут. Представляешь, папа? Угу, так давай на эту сторону перейдем. А, так мы не перепрыгнем. По-моему, надо в эту сторону. This is horrible! По-моему, кого-то позвал. Looks like Molly crashed into the right again. Don't worry, though. Your pal Rambly has the repairman on speed dial. Кого-то вызывает, а? Звонит. Это он так звонит у Шаги? Не знаю. We're sorry. The number you have dialed has been disconnected or is no longer in service. Please check the number and dial again. Я все-таки на ту сторону. Смотри, только у Сико это было. Отлично, у Сико. То есть мы сюда не можем, да, попасть? Точно, надо в другую сторону, какую-то сторону. А, пошли сюда. Посмотрим, здесь проход был. Так. Ух ты. Там мы здесь на втором этаже, да? Ой, нет. Эта комната мне не нравится, что тут некрасиво, то все полно. Ух ты, смотри. Ух ты, мы... Ну-ка, мы нашли какую-то игрушку. Какую-то игрушку сделали. Но прохода я не вижу, друзья. Напишите в комментариях, помогите нам, куда идти. Даже я не пишу. Может, нам теперь надо к двери, на выход подойти? Наверное. А давай здесь проверим, может, здесь что-то уже открылось? Это пойдет. Вдруг сейчас запрыгнем? Не. Все-таки сюда не. Давай вниз спустимся. Так, стоп. Ага. Нет. Не сюда. Вот сюда, вниз, да? Так. Все-таки, ребята, я не знаю, куда идти. Отсюда мы пришли. Все-таки, папа. Ух ты, а здесь мы были? Были. Не были. Не. Ух ты, здесь тоже. А, наверное, мы здесь поднимемся наверх. Давай здесь посмотрим, чтобы ничего не забыть. Вдруг тут что-то надо взять. Посмотрите, какая вкусняшка продавалась. Какие. Ой, смотрите, тут есть галхубер. Хот-дог, чизбургер, да? Хот-дог. Еще там хот-дог есть. Ну, пошли на второй этаж. Ну, и много вкусняшек там. Так.
костячек немного еще смотрим. Есть. Смотрим. Знаешь, папа, что? Ага. Эта птица управляет это самолетом. Самолетом? Ничего себе. Да. Ну, видишь, ну, там специальная была что, штучка, то, что там на голове, там такие вот очки какие-то специальные. Ну, то, что пилоты там носят, помнишь? Угу. Так, ну, смотри, здесь ничего я не нашел. Давай, наверное, выходим сюда. Все-таки, может же, эта дверь открылась? Сейчас проверим, да? Так мы туда заходи. Не, вот эта дверь, которая закрытая. Ух ты, открылась. Ух ты. А, не, не открылась. Она, может, откроется? Как это, по-моему, не та дверь. О, кнопка, сейчас я закрою. А, тут кнопка. Отлично, друзья. Нашли мы дальше выход. Теперь мы загружаемся. А это конец? Вау, смотри. Как красиво. Друзья, кто был в таких детских лабиринтах? Ой, так я не был, а я туда хочу. Кстати, а что это за кубик такой? Не знаю. Крутится, да? Ну давай все на место сделаем. Так, давай смотреть. Какие там фигурки? Здесь ничего нет. А где смотреть? Вот, подняться надо. Поднимаемся. По-моему, это лучше. Смотрите, как красиво здесь. Мягенько, все красиво. Как-то грязно, да? Фу, грязно. То, по-моему, было давно чисто, а тут уже грязно стало. Сам сюда спускаться, да? Там уж... Ну, там были. Да, а куда смотреть, ты мне предлагаешь? Уже съехать надо. Надо попробуем съехать. Освещение. Мне понравилось. О, смотри, вот звездочка. Фиолетовая. Записываем. Запишем, друзья, звезда фиолетовая. Чтоб не забыть, да? А еще, а где бы ты еще видишь что-то? Может быть, там где подниматься? По-моему, все остальное там. Вот освещение. Где же проход? Ну, музыка вообще классная, папа. Слышишь, папа? Классная? Так классно, только что не могу понять. Давай тут фиолетовая. Поставим эту звезду. О! Открылась! Пошли. Ух ты, свет выключился? Может, о, друзья, смотрите. Мне страшно. Как потемнело сразу, да? А мне страшно. И музыка отключилась. Папа, почему музыку отключили? Не знаю. Так, да, попробуем зайти. А что случилось? Не могу понять. Тут не открывается. Так. Может, съехать надо? Какие звуки, слышишь? А, вот, зайти сюда надо. Вот это уже вообще так. Аж мурашки по коже, друзья. Ой, у меня мурашки по коже, прям... Вы видели? Это птица была. Мне страшно, папа. Совсем страшно. Друзья, кому страшно, напишите в комментариях. Надо идти за ней? Не, за ней. Не, это тупик. А по-моему, надо идти на духовскую ночь. Ну, смотри. Вау, упал. Ты ударился? Ударился? Так, да. Где я? Эх, ты шел. А, мы надо разбежаться. О, записывай. О, кого? Вот, там звездочка, кажется. Я не увидел. Где она? Вот она. Вот. Не там? Во. Ага, красная звезда, друзья, пишем. Записываем. Звезда красная. Чтобы не забыть, да? Да, чтобы не забыть. Так, теперь мы идем сюда, правильно? Так. Я надеюсь, ничего не выскочит. Я трясусь. Слушай, а если на нас нападут, будем убегать? Или будем сражаться?
Как не надо? Сажаться, надо убегать и не убегать? Сажаться. Не туда. Так, смотрите, друзья, назвал. Ты там упадешь! Ого, высота какая. Смотрите, как... зачем мы так опасно сделали? Если дети упадут нечаянно. Так. Ой, я чувствую, что скоро на нас нападут. Ух ты! О, зеленый треугольник. Зеленый треугольник. Так. О, слышишь, какие-то звуки страшные. Ой, у меня мурашки по коже. Прям по голове еще. Прям по руке, да, по локоти, по ногам. Ну, короче, везде у меня мурашки. О, там получилось. От страха, ты представляешь? Да. А прям от страха. Ух ты, друзья, звезда синяя, да? Так. Ты видел? Это оно! Так а что, нам надо выходить или не надо? Нет, надо. Надо походить. Дальше идти? Вау! Вы правильно сделали? Правильно. А, наверное, мы собрали все эти, а теперь надо выставить эти штуки, да? Да. Так, ну пошли. Ой, что-то не могу перепрыгнуть. И, наверное, свет включи. Включи. А, ну смотри, включи. У нас синяя звезда, да? Так. Теперь желтую я не видел. Так, красный, зеленый у нас треугольник, правильно. Красная звезда. Так. И здесь, да? И что, ничего не поменялось? Осталось желтое. А мы это не нашли, но давай на всякий случай прокрутим.